сейчас Кира мне рассказала, какая здесь идея в этом рисунке. А вот это вот дракон или крокодил – это зло, которое олицетворяет человеческую безответственность. А это директор детского дома, она как бы с ней борется. А ребенок пытается тоже осмыслить зло и рисует на крокодиле цветочек. Типа, победил зло, приручил дракона. А вот знаете, вот я обращал внимание на то, что по телевидению вот часто в последнее время пошла такая тенденция, что говорят негативно о детских домах. Почему так? Ради рейтинга накапывает эту грязь, все, делает ее больше, делает комок, а потом бросает ее в экраны телезрителей. И все видят эту грязь, хотя можно было что лучше делать. А мне кажется, СМИ вообще позитив не нужен. Им нужна сенсация. Я, например, ребята, ни НТВ не слушаю, ни вот эти самые, ни 10-й канал, потому что, ну, я уже, наверное, такой человек, который вот мне... Для совершения этого преступления насильник использовал прием.